В Чистопольском районе по сравнению с другими муниципалитетами республики проживают не так много иностранных граждан. По словам Равиля Мазгутова, начальника отдела управления Федеральной миграционной службы по Чистопольскому району, это связано с тем, что в нашем городе мало строящихся и промышленных объектов, а ведь именно трудовых мигрантов в Татарстане больше всего. С начала текущего года на территории нашего района на миграционный учет было поставлено 1052 иностранных гражданина, более 1000 человек. Но в прошлом году на 150-160 человек меньше было поставлено на миграционный учет. Но тут учитывать надо то, что немножко изменились условия их пребывания на территории Российской Федерации. Если раньше иностранные граждане, приехавшие для осуществления трудовой деятельности, вставали на миграционный учет максимум два раза, первый раз по приезду, второй раз, когда разрешение получили. А сегодня у нас оформляются патенты, и эти патенты продлеваются по мере поступления авансовых платежей. Авансовый платеж может быть каждый месяц, может быть раз в полгода, может быть раз в год. И получается, что иностранные граждане не два раза, а где-то 3-4 раза как минимум в течение года проходят. И поэтому у нас регистрация увеличивается. Поэтому вот эта цифра 1000 регистраций, это еще не говорит, что это у нас было 1000 иностранцев. Вновь прибыли на территорию нашего района 593 человека. В прошлом году было 645. Значительное снижение. Надо еще учитывать то, что в связи с изменением вот миграционного законодательства некоторые иностранные граждане даже при первичной постановке на миграционный учет выезжали за пределы Российской Федерации 1-2 раза. И такое было. Поэтому так реальное количество прибывающих иностранных граждан значительно сократилось. Ежегодно на постоянное место жительства и на заработки приезжают тысячи мигрантов из самых разных стран. Чаще всего в Татарстан прибывают граждане из бывшего Советского Союза. Как правило, из Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Армении, Киргизии, Молдавии, в последние годы из Украины. Рассмотрев на заседании Совета по межнациональным и межконфессиональным вопросам работу миграционной службы, участники встречи не могли не оставить без внимания и деятельность Чистопольского благочиния и Союза мусульманской молодежи. Так как работа именно этих организаций формирует у населения культуру нравственного поведения, основанного на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа.